Какой интернет бешеный. Что вы делаете? Кристинка товар принимает. А тут за нее посижу. Если вы не против. То еще было более против. Ты чего пусть хоть чего? Знаешь, каким прошлый раз на Ира наорала? Да? Ну я с ней поговорю. Да? Конечно. Это постоянно. А, ну тогда иди. Пойди, ключ. Ты туда его обратно да. Если будут наезжать сразу. Не понял. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Чай покажите. Упакован, следил официально. Ой-ой-ой. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Ты такая грубая. Можно говорить уборно? Нет. Да, так меня бесит они. Приятно познакомиться. Тут прошла с грузчики. Заехали так же. Можно? Я такая, нет. Они такие, вот ты грубая. А руки помыть? Да. Не знаю, мне если попросят, вы бы мне сказала там-то, там-то. Ты в эфире провела полтора часа, можешь выходить. Нет, не дальше. Иди. Беду. Да, не за что. Она вас сюда двух, да, у нее опять? Я не знаю, она иногда быстро уходит, приходит, а сейчас не мои знаю, что мои шикарные. Ваша как? Ты забыла? Кристи, все мой пишет, возврата удалось отдать? Да. А ты да. А, да. Да. А, да. Сюда приходят за канцелярскими товарами. Папки, файлы, ручки. Это как у меня. Парень заказал, короче, есть эти папки для документов? Угу. Спасибо большое. Заказал, короче, 16 штук, прикинь, и все на возврат. А теперь же, типа, если в товар больше 8 тысяч, ты должна, короче, отдельно их в стрип-банк упаковывать. Угу. Я такая, будьте вы прокляты, кто это заказал. А прикинь? А если вот эти диваны, которые с весом в 3 раза больше меня, пришли и пошли бы на возврат? А их там 6 штук было. Капец. В эфире на работе разрешено. А где эта девушка другая? А все, я ее арабам продала. Как бы реально у тебя от эфира это так вот синички такие. Hello. Из Каменогорска. Мальчик, я не твоя мама. Я выкуплю. Кристин, тебя выкупают. 3 миллиона тенге с вас. Сколько там? Не показалось. Не показалось. Злобный интернет. 16. Ты его... Это 16? Доброе утро. Добрый вечер. Точнее, добрый обед. Путеводники и... Путеводники и... Do you speak English now? Do you певчанский? Russia. Спасибо всем за подписочку, кто не подписывается на мою подругу. У меня что с волосами, я понятно. Почему не помните, это волос некрасивый лежит. Не пикай, да? Меня мама один родила, два не родила же.
Прям. Попу мыть, попу мыть. Нужно каждый день. О, дай мне Самсу. Только хотела брать. Минуту назад. Да. Пишем, пишем. Скидываем, пашем, пашем. А? Пишем, пишем. Пашем, пашем. Деньги скидываем нас чисто. Пишем, пишем. Пишем, пишем, деньги скидываем. Да ты за... Ты убери оттуда телефон. Тебе что, компьютер нужен? Зачем он тебе? Нужен. Что с ним делаешь? Смотришь на него? Циферки изучаешь. Да. Жанка для кота. Рубашка. Держа, Карина, чуть своего кота не убил, бедолага. Дебильный интернет. Брюки Зара, занимательная электроника. Опять. Водный экстракт прополиса. Болты. Для сборки компьютером. Папка-регистратор. Сушилка для посуды. Ящик для инструментов. Сетка, затеняющая фасадная. Кофе в капсулах. Садовая дорожка. То у меня за 40 минут, пока я веду эфир, у меня процент уходит. То уже час 40, и у меня 50%. То как работает этот телефон долбанный? Забудь боком. Мегаполисы я разрушал. Стереотипы. Коля, привет. А Николай. Я не смогу разлюбить твой лалиловай. Ой. Прямо сейчас, 1300. Вот так вот, значит, да. Не проходит сообщение. Напиши на латинице. Какой красавица. Вы супер. Мой глазик. Голосик у тебя.